И всем здарова, любителям Warface, с вами Макс. Ну чё, зашел я на ПТС-очку снова и решил сыграть в ангаре с золотым калашниковым, а может с обычным, даже не знаю. Вот сижу и гадаю, с чем же мне пойти на ПТС-очку. Так, а где мой простой калаш-то? Так, все, потерял я среди его оружия. Так, а вот он. Так, вот в таком клевом камуфляже можешь пойти, в принципе. Ангар-то, карта небольшая, думаю, в принципе, вполне он может справиться с этой задачей. Так, ангарчик. Давайте в ангарчик зайдем. Так, оденем-ка мы такой, вот это, наверное, коллиматорный прицел и пламя-глушитель, в принципе. Вот что мне нравится вот в этом все-таки скине, то что они поработали и пламя-глушитель, и прицел, и все дела. То есть это очень мне понравилось. Допустим, если взять с скином на калаш 103, новогодний Дед Мороз, ну и некоторые другие скины, то что, ну, одеваешь прицел, а не обычного черного какого-то там цвета, и как-то не очень сочетается, допустим, с внешним видом, ну, с внешним видом оружия, которое, допустим, вот я и сказал, 103 калаш. Ой, почему-то долго ищет комнату, хотя я заходил, был в очереди на... Передо мной еще где-то было 240 человек, и спустя 10 минут я все-таки зашел. Так, нашлись игроки. Так. Ну, что-то с снеговиком ничего не происходит. Ну, ладно. Подождем. Так, кстати, надо глянуть, с кем мы играем. Так, снайпер. Медик. Так, и еще кто-то не успел заметить. Но это ладно, не беда. Сейчас, в принципе, мы это все дело заценим. Тишина. Так, много ежиков. Или ромбиков. Непонятно, не видно, зачем на плашу. Сой, ожидаем сервер. Давай, сервер, ускорься. Ускорься, сервер. Так, ладно, пошел счет, слава богу. Не знаю, кстати, сегодня, когда заходил, было какое-то исправление на 1 килобайт, или что там, килобайт, да, это гигабайт, как он правильно-то называется, сейчас все от мегабайтов считают. Про всякие байты уже забыли давным-давно. Так, штурмы, медик. Так, это за чью команду штурмы? Так, за мою штурмы. Так, у них будет, видать, сикпул, синтпул, дедпул, короче, инженерские пушки. Не помню уж, как называется, снова забыл. Короче, дедпул. Медик, снайпер, нахрена тут снайпер на ПТС? Ну ладно, в принципе, это тестовый, чё. Чувак, может, первый раз в Варвейсе тестит всякие пушки, кайфует от этого. Наверное, альпина будет. Чё, калаши? Ну да, калаши, гадалки не ходи. А у меня вот такой вот обычный скинчик. Прикскок. Это что за говно такое сделал, а? Я снежками закидывает. Тихо. Да. В обычном прицеле, конечно. Тихо. Боже мой, какой он неметкий. Ой. Так, надо привыкнуть к нему. Так, гренка. Подмените меня. Только не подпирайте. Опа-на. Там медик. Ну, то, что у калаша урон топовый, никто не будет, конечно, спорить. Так, нужен инженерик. Так, а я вообще лечусь, нет? А, я же все новогоднее одел. Не одел я ничего боевого. Весь такой Дед Мороз.
Так, давайте появляемся снова. Вот стало как-то, конечно, попроще играть с клашом, то что прицел появился. Ничего не скажешь. Ага, я кого-то тут видел, кого-то видел. Запипинкали меня. Так, чувак в углу зажал. Точнее, засел. Не знаю, папа. О, дедушка поехал. Блин, не пугай. О, тихо-тихо. Есть кто, не? Здрасте. Говно, чтоб тут больше не сидело. Блин, а в ближних дистанциях калаш, конечно, вообще шикарно. На дальних, конечно, очень тяжело. Тяжеловато с ним. Так, ускакал Дед Мороз на своих неоновых оленях. Джингл, кстати. А, они тут разваливаются. Опа, я дедушка. Ой, блин, я снеговичок. Так, там где-то... Это ёлки-моё. С обычным крысом чувак ходит. Блин, тяжело как перестреливать-то, а? Но мне это нравится. Это интересно. Опа. Хлопушка-пердушка не спасла. Есть еще такая хер с клашом. Ложишься, типа... Точность повышают обычно сошки при положении лежа, а сошек-то никаких нет, там ни рукояток, ни хрена. И отдача нифига не меняется. Опа, идут, идут. Видел, видел. Я знаю, кто-то тут есть. Нету? Ну ладно. Дайте свалить, свалить, дайте. Подмени меня. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Опа. Чувак. Блин. Немножко некоторые привычки сэмочки остались. Надо как-то их от них отучаться. Ах ты, тварь засела, а. Ну, чей... Ну ладно. Окей. Ага. Все зачпокали, чувак. Больше так не будешь делать. Так, Альпина проснулась. А я-то думаю, где же снайпер-то у нас? Ой. Так, надо туда что-нибудь. А где снежок-то, снежок? Давайте снежок кинем. Давай! Подрубили. Так. Надо догнать магу. Магомед. А-та-та! Пошел в жопу! Козлина, блинский! Понаберу тут снайперов. Честно, пацанам играть не дают. Теперь зарядочку сделаем. Да ты чё, да ладно. Блин. А где дедушка, кстати? Куда ты, где-то тут скачешь-то? О-хо-хо, а вот ты где. Так, надо, кстати, узнать, а как его вызывать-то? А, как тебя вызывают? Было прикольно, если бы вот так раз так в голову и Дед Мороз упал. Давайте, давайте, не сидим, не сидим, идем, идем. Отойди. Эх, ах, ах, не получилось. Тра-та-та, тра-та-та, я кастрировал кота. Обезьяна, попугая, весь питомник протеряли. Та-та-ри-та-та-на. А ты чё тут?
говнище. Забыла. Блинский. Я думаю, смотрю на карте. Вроде свой чувак есть там. Где он, кстати, там? А он наверху засел. А, еще один снайпер. Понятно. Понаберут снайперов. Сидят, блин. Пока пацаны тут дохнут. Так, погнали. Погнали, погнали, погнали. Вот тут вот какая-то сволочь вот сидит. Давайте-ка снежок туда захерачу. Да, не мешайте. Ты где? Ай, патроны, патроны. Нихера себе тут. Чувак что-то попутал, не то, наверное, взял. Ну ладно. Где снежочек? Лови снежок. Пляцо. Обходит, 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 пацана. Ладно. Ладно, идемте, идемте, идемте. Туда он. Опа, на, нихрена себе промазал. Ой-ой-ой. Ой, че я натворил? Вот это лошок. Так, сейчас, подождите, месть будет, месть будет. Встали тут всякие. Кстати, смотрю, подсветка появилась. Раньше помнится. А где он? Твою ж мать, вот надо было в меня стрельнуть. Раньше вражеские мины никак не подсвечились. Либо я что-то гоню. Не помню, что такое добро-то было. Пошел ты. О, 27-19. Надо еще раз попробовать. Блин, мне понравилось, клево. Все такое новогоднее. Советую тоже вам заходить на ПТС и побомбиться калашом. Хотя народу сейчас дофигища. Я зашел сейчас на основной Warface. Там что-то маловато народа. Ну а тут, блин, все пучком, все зашибись. И всем спасибо за просмотр. И какая-то херь меня на экране. Видать, меня выкидывает. Ну и всем пока-пока. Ставьте лайки. Не забывайте.